Мой дорогой друг, все очень просто. Если есть понимание, приходят и слова. А если за этим пониманием стоит Великая Империя, то приходят и силы. Мне же остается только быть верным присяге Великой Британии и королеве. Тебе шах, Мартин. Ваше слово, милорд. Храни Бог королеву. Да, это сюрприз. Я всегда считал тебя рассудительным. Но в спокойной ситуации ты выбираешь обострение. Нет, настоятельно, я говорил и буду говорить. Ты авантюрист, Мартин, в лучшем смысле этого слова. И более того, мне часто импонирует твое умение добавить вот этой остроты в событиях. Данная же партия, конечно, складывается для меня непросто. Но я все же не оставляю шанса на победу. В конце концов, у проведения могут быть свои планы, и оно иногда все решает за нас. С этим я неоднократно сталкивался по роду службы в армии.